входим в цикл. Готовы, пожалуйста, привозите. Команде цикл наш. Привет. Команде запор наш. Привет. Да, я смотрю, как ушел. Давай.
Я тебя прошу так не сделать. А где парафин можно купить? А? Парафин где купить можно? Так и не я публикую, а на Фейсбуке вообще. Уйди, уйди, где она сразу? Ты же сайт знаешь о тебе? Сайт знаешь о тебе? Там на сайте ссылки скидывают. На руку там. Забрал. Слышь, за сколько там на пропорции, на поводе там вода и парафин? Вода и чего? Парафин. Ниже чуть-чуть, ниже, сядь, чуть-чуть ниже. А? Без воды. Без воды? Плавишь, простая вода. Просто берешь брусочек, вот, который ты купил. Они такие, как мыло подаются, ага, в больших кусках. И прям кидаешь его в кастрюлю или в сковородку. И он потихоньку начинает плавиться. Я Дим! Так это так хрена, наверное, да, надо его? Нет. И там я смотрел. На улице, понял, заходил, смотрел, там типа брусок там килограммовый, 170. Давай! Давай! Это, наверное, вот так. Давай! Хватит на жизнь. Хорош! Ну, в общем-то, полностью, чтобы покрывало, да, вот, да, чтобы там цепь плавала. Цепь, он же, ну как, он... Если сложить его, то кружочек, цепочек. Угу. Ну, как она продаёт. Там высотой буквально, ну, чуть выше сантиметра можно, чтобы было. Продаются у нас, ну, по крайней мере, там, кусочек они продаются, такое мыло такое небольшое, большое, да, да. И вот два таких брусочка на кастрюлю, ну, такую где-то. И оно плавится, там, сантиметра 2,5 где-то по высоте получается, ну, чтобы цепь погрузилась полностью. И сложить тут кружочек, ну, нормально, она. Потом вытаскиваешь на розетку, ешь, ну, чтобы оно там застыло, стекло все лишнее. И на велик сразу. Не хотите сядь? Не, не трону. Хороший. Ну и перед этим главное вымыть хорошо, чтобы наш как новый был. Потому что если там песок где-то внутри будет. Бензином, да, нормально? Круче всего бензином, я мою бензином. Просто бензин отмывает и смазку старую, и грязь хорошо вымывает. Я бензином так несколько раз промываю. Тоже так замачивать, да? Ну, там замачивать мало, там проще всего сделать как? Взять бензинку. Обычный там, литровый, в принципе, даже, ну, когда, ну, если цепь туда разбирается, ну, на замочке, прям в бутылку туда погружаешь цепь, и бензина туда, ну, сколько там, ну, там, может, 200, ну, на глаз, в принципе, может, на лице, там, закручиваешь крышку и, да. Потом сливаешь бензин, тот, который там внутри, наливаешь новый. Ну так, ну, раза два-три вот так вот подолбаться, и в принципе вот на третий, ну если цепь застанет, то на третий, если там совсем застанет, то на четвертый раз. Она спалирует, становится вообще кайфовой. Некоторые еще бензином всякой херни мешают, типа там палы, порошка, шпан, там вообще все раздевало. Можно щеточкой, в принципе, какую-то емкость с щеткой можно потереть тоже нормально. Бензин классно, конечно. Ну вот это с бутылкой самый такой простой способ. Во-первых, можно в квартире это самое, ничего не испачкать. Ну да. Если в пластике щетка, то по квартире будет с бензин. Ну да, сидел дальше. Ну, а так-то просто или, ну, куда-то там, или браком, или какую-то просто емкость. Оставляй его, оставляй, оставляй! Все, потом заливаешь новый и так вот. О, опасно, я испугался, да. Ну, так и несколько раз, в принципе. Ну, в основном, на третий, на четвертый раз, а цепь уже довольно. Пять врачей. Ну, бензин сливаешь, и смотришь, если уже грязи нет, то нормально.
А так если получается проникнуло, то парафин, а потом внутри там в звеньях песок остается, и он потом стрипит, причем ты его даже никак не достанешь. То есть, ну да, уже в парафине. Растопит полностью парафин, вас сыпит. На чем один бор. Еще от цепи сильно зависит. Если цепь уже убитая, то такой смазкой тоже не надо. Держится долго, но еще не тот. А если цепь более новая, свеженькая, не сильно ушатанная, не растянутая. Классно. Цепи еще месяцами. А, так, ну, конечно. Ну, очень классно. Вообще такая гладенькая. Ага! Супер! Стас, знаешь, блядь! Нормально, нормально, стой, стой, стой. Собирали. Да. Я еще когда-то силиконом смазывал обычно. На работу компы смазывали, покупали силикон, там какие-то маленькие. Ну тоже так несколько капель потом капаешь, когда она уже в парафине, и там например, неделю проездил. Ну и парафин все равно он немножко уже опадает, там кто-то выпадает. Забрал! Пачкается. Ты немножко силикона добавляешь, там несколько капель буквально на цепь. Еще можно недельки будет проездить. Дёня, уже пас, ну! Это лучше. Забрал. Еще, кстати, когда варишь, обязательно цепь двигать как-то. Когда уже парафин закипает, цепь туда кидаешь и ну, минут 5 хотя бы ее так помешивать. Да, помешивать. До готовности, да. Ну изначально там бульбашки даже не сыпилось. А потом так вот минут 5 помешиваешь. Солишь, в принципе, можно есть. А потом как бульбашки уже пропадают, в принципе, можно уже не делать. Прикольно, конечно. Потом потом съемкости сразу парафин куда-то сливать. Он застывает, да, и потом опять как-то разогревать полностью. Нормально, но подвымывается потом. Не. А, емкость после парафина? Ну, желательно, конечно, в чем-то в таком, в чем-то еду не попадаешь. Потому что, ну, не знаю, я лично просто есть кастрюля, не нужно, я в ней это все делаю. А если ты в ней потом что-то варить будешь, наверное, запах может остаться. Хорошо вымыть. Ютифор! А потом борщ с парафином, наверное, невкусный. Ай, Паша, давай! Давай! Вс! Смотри, давай, 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 сними! Дор!
когда домой ехал, погодка такая хорошая. Ну, так ветер, не знаю, в принципе, не холодно. Прикольно. Это вообще вечером мне нравится, когда прикольно. Машин не так много. Давай, давай, давай! Давай! Я так смотрю, что у нас балбики, я так... Номер 23! Майкл Джордан. Насколько я понял, тут осталось 32 минуты еще поснимать. Хорош, Саш, хорош! Да. Арнольда не видно. Хороший. А ты надо шуму сказать, чтоб мне флешку дал другую. Не знаю, что он закажется с флешкой. Так и да! Ну, вот как раз вот этот матч. Осталось на себе. Это то надо бы на паузу включить в перерыве.
сумке из Лёвы. А? А в сумке нет из Лёвы. Там же запаслали. Ну, он сказал, чтобы я ему, типа, сказал, когда закончится. Не, там это такое, типа, вот это шо. На седуху вот это вот. Ну да, это после того, как меньше получаса осталось, уже показывают теперь постоянно. Нет, не носит, давай.
Давай, давай, ближе, смотри, ближе! Там один, там, Серега, что ставишь, там. Здорово! Это час 20 гигабайт. Мы выбились. А, ну это 62 брали, наверное. Не знаю, сейчас посмотрим. Судя по размеру, да. Ну не знаю, тут так сразу не написано. Только что написано. А, скорее всего. Полтинник, по-моему. По-моему, или полтинник? 50.
Другое дело, я снимаю обычную другую кровь в свои дни. Четыре гига? А какое разрешение фотографии? Разрешение какое? Ну, максимально получается 4700 на 3100, но я в нем не снимаю, потому что фотки потом все равно сжимаются. Ну да, да, да. Я снимаю 8 мегапикселей, это 3,5 гига на 2300. Получается 8 мегапикселей. Ну, матч в среднем фоток 60 получается. Повнимательнее, да, 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 да
Нормально. Нормально. Здесь Сосань, есть. Паш. Влад, ты по линии должен играть, Влад. Там два, один здесь. Сопельки у меня там. Не, это не красиво. Забирай. Это же новый фотоаппарат. Если надо, я для тебя специально. А вдруг я плохо разглядел? Росся! Надо у тебя пускай фотосы. Где это? У меня одна фотография ВКонтакте. Что я сделаю? Должно даже. Не жалко удалять. Нет, классно. Тебе надо было либо Мне понравилось. Рука. Что рука? Ну, нравится спина, я говорю. Дима, оставил. Давай. Ближе к себе. Хорош. Так, а ну. Больше. Опять вот начинает. Давайте, брат!
Ну, потому что мы рады. Ну, постой, они еще приходят, только из зоны. Сложилось просто мнение о этом самом харьковчанине, поэтому я не знаю. Не знаю, как это должно быть, да? Сидим. Если бы не увидел, не показал. Быстрее, быстрее. Лёха, Жек, не прячься, здесь. Хорошо. Ой-ой-ой.
Назад! Хорош! Хорош, Сань! Золото! Один ко мне! А мне никто не пришел. Смена один. Смена один. Один смена. Димон, смена. Давай сюда. Серый смену, Серег. Не торопись, Саш, подожди. Стой, стой. Чуть-чуть левее. Чуть-чуть. Торопитесь, Паша. Готов, сейчас, Саша. Не, я валю по левину. Все, ниже, возвращай. Ближе! 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 Ближе!
Первый удар. К нему, Саня. Давай, Саня, спокойно. Стас, опускайся быстрее. Ты руки, 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 Миха. Удобно с таким ездить. Широким. Ну, только как, не тогда, когда на, между машин проехать. Ну, да. Я свой пилил. У меня тоже, видно, 63 был. Похож по длине. А я 20. Ты короче сделал? Ну да, по 20 метров с каждой стороны. Там у меня шпанурок было сломано, а я тоже не буду. Ножовочкой по 10 минут с одной стороны. Владик, ты же не отошел. Что ты сделал? Ближе, ближе к игрока. Можно полить. У меня тут пару раз такое. Пару приключений было на дороге, раз, и все два приключения с таксистами. Раз, короче, ехал по Сумской, там, ну, не этот придурок поворачивал, и, короче, ударил мне в заднее колесо. Ближе, ближе к своим! А второй раз, и этот тоже поворачивает, припарковывался. К обочине тоже. А я вот так вот у него под правым колесом ехал, под задним. И он меня это, ну так, бампером, короче, задел. Блин. Кормушки пришел, да? Там уже место. Что сделаем? А что я такой? Я еще фотик буду заряжать. Так, ну, я совместно занял. Пока я заберу свою. Я твой.